вернемся к UI. Вот мы говорили про командную работу, про взаимодействие с платформой. Сейчас вернемся обратно в Flutter. Вот, и поговорим о темах, которые меня взволновали вот, на одном из последних проектов. Интересные были для меня личные сайты, я хочу с вами поделиться. В общем, план с доклада — посмотреть, как работают фокусы с какими-то примерчиками, посмотреть, как работает система ивентов, жестов, и еще несколько кейсов из реальной жизни. Ну, собственно, сначала про фокус. Казалось бы, все мы знаем, что это такое. Вот у нас, например, есть input, мы в него тыкаем, у нас там появляется курсор, появляется клавиатура, и, в общем, как-то клавиатура понимает, что вводят данные именно туда. Ну, типа, вроде, казалось бы, все просто, что с этим еще можно сделать. Вот. И коротко, если там интересоваться этой темой, как можно работать вообще с фокусами, какие у нас есть классы, виджеты для работы, то можешь сразу найти, что вот есть у нас какие-то фокус-ноды, потом какие-то фокус-коп-ноды появляются, упоминаются периодически, есть виджет-фокус, есть виджет-фокус-коп, есть еще некоторый менеджер, который что-то, видимо, делает и знает, и есть еще какие-то дополнительные классные штуки, которые помогают более гибко работать с системой фокусов, например, как-то упорядочивать изначально, между ними перемещаться. Ну, в принципе, первый раз прочитав, ты такой, ну, вроде понятно, но давайте посмотрим, как это действительно может работать, особенно под капотом. То есть есть приложение. То есть мы написали, там у нас есть какой-то Material App, там есть какой-то замечательный класс, внутри экранчик, ну, скафолд, конечно, мы используем, и внутри какая-то разметка, допустим, у нас вот в колонку три поля. Вот. Что вообще в этот момент у нас есть? У нас автоматически на все приложение создается Focus Manager, который один-единственный неповторимый синглтон, это просто класс, и он знает про все, отлавливает события, вообще все, что касается фокуса, все, что с ними связано. Собственно, он этим заведует, он все знает, один-единственный неповторимый. Вот. Потом при создании самого скафолда, независимо, ну, не контролируемо разработчиком, автоматически создается еще дополнительный некоторый виджет FocusCop, который, собственно, в себя инкапсулирует все элементы, которые могут, ну, под дерево, которые могут получать фокус. И для каждого такого инпута автоматически, тоже независимо от нас, создается фокус-нод. То есть это тоже некоторый класс, который может связываться с клавиатурой, то есть указывать на то, что именно этот элемент собственно, хочет получить фокус, и там некоторые еще дополнительные обвязки. Вот, то есть это происходит вообще независимо от нас, хотели мы этого или не хотели. Поэтому, соответственно, в большинстве случаев, когда мы просто напишем этот код, просто все каким-то образом заработает. То есть если мы ставим input, потом мы тыкнем по нему, то каким-то образом, соответственно, это заработает. Вот, потому что под капотом, соответственно, это все создается. Вот, причем вот этот вот фокус-коп, он очень интересный виджет, не забываем, что это виджет, встраивается в наше дерево, вот, он знает про все вот эти вот единичные, конечные точки, фокус-ноды, и помимо всего этого есть какая-то логика, каким образом, то есть какая нода сейчас в фокусе, какую нужно перевести, какая будет следующая, какая была предыдущей, по сути, запоминает некоторую историю, там можно будет навигироваться. Вот. И для этого ему помогает класс FocusCopNode, который, по сути, это предок FocusNode, но с дополнительной обвязкой. Вот. То есть, когда мы ничего не пишем, у нас уже все это под капотом образуется и работает. Вот. Ну и, соответственно, тут еще указала класс Focus. Ну, он просто является предком класса FocusCop,
и тоже содержит некоторые полезные вещи для манипуляции нодами. И, по сути, именно классы Focus, виджеты Focus и Focus Scope — это именно те виджеты, которые потом получают ивенты от клавиатуры и управляются, ну, то есть с нашими инпутами, то, что в итоге получит, и какой, в каком порядке, и, ну, в общем, как с этим работать. Вот. И прикол в том, что для каждого скафолда автоматически создается это фокус-скоп. Это создается, ну, по сути, для того, чтобы мы при навигации между экранами не оставляли с собой клавиатуру. Я не знаю, были у вас такие ситуации, когда во время разработки вы в фокусе и в работе, и в инпуте, и у вас видна клавиатура, и вот вы делаете рефреш приложения, и, соответственно, клавиатура остается и живет там, пока, в общем, пока что-нибудь с этим ты не сделаешь. Вот, либо там не откроешь input, либо как-нибудь это просто выберешь скрыть keyboard, и все, и не показывайте мне его, пожалуйста. Вот. Соответственно, для того, чтобы в реальной жизни не происходило этого, для того, чтобы клавиатура понимала, что все больше элемента, который с ней взаимодействовал, нет на экране, поэтому Scaffold именно инкапсулирует в себе вот эти вот ноды в фокус-скопе, и когда переходим в следующий экран, там будет уже новый фокус-скоп, соответственно, фокус переходит ему, он говорит, все, ты новый фокус, вот тебе права, можешь делать, что хочешь. Старый уже все, типа, не имеет своей власти. Вот. Ну, это если коротко. Ну, собственно, у нас есть некоторые типовые задачи, которые гуглятся в первые же несколько секунд работы. То есть первое, что хочется, это снять фокус по тапу вне клавиатуры. Потому что вот если из коробки ты просто вставляешь input, открываешь, такое все классно, как мне отсюда выйти? Пожалуйста. Вот. Ну, соответственно, там первые гуглежи показывают, что вот можно текущему скопу сказать «убери фокус», либо можно прокинуть свои собственные фокус-ноды, прикрепить к полю, ну, чтобы иметь более гибкий доступ, так скажем, крючочек к каждому этому инпуту и сказать ему все, у тебя больше нет фокуса, там, расскажи своим, что все, ты уже не главный здесь, вот. И тоже одна из постоянных задач — переместить фокус на следующее предыдущее поле, если у нас их несколько. Ну и в данном случае там с клавиатурой можно, в общем, менять вот этот вот управляющий элемент, как он выглядит, и каким-то образом обрабатывать, вот, например, говорить скопу, иди к следующему фокусу, либо там предыдущему, либо вот фокус-ноде конкретно и говорить, что я хочу получить фокус, дайте, пожалуйста, вот. Ну, в принципе, самые простые типовые задачи, вроде как с этим обычно справляешься. Вот. Но что-то в жизни оказывается, как обычно, все не так просто. Например, в моих ожиданиях вот есть некоторые свойства автофокус. Соответственно, как только input появляется на экране, некоторый виджет, его содержащий, и у нас там есть автофокус, то, соответственно, без действий пользователя получает фокус. Ну, логично, да? Вот. И было некоторое ожидание, что это работает только когда input появляется. Но это не совсем так, потому что, как мы уже помним заранее, у нас есть эти скопы, и перемещаясь на новый экран, у нас новый скоп получает input, ну, фокус. И возвращаясь обратно, у нас получается старый скоп, получает свою возможность фокусироваться, и этот автофокус снова работает. И типа это не совсем очевидное поведение, ну, там, для пользователя и там, для тестировщика, который говорит, типа, блин, я уже один раз это видел, второй раз, ну, не хочу. Вот, соответственно, это надо иметь в виду. Далее, из такого не очень приятного, возврат из фонового режима Android работает без багов, но на самом деле с багами. Вот, что я имею в виду? Сначала, наверное, на словах. Соответственно, если открыть... ну, встать в фокус, у тебя вылезла клавиатура, свернуть приложение, развернуть приложение, то фокус остается, клавиатуры нет.
Вот. И, ну, типа, как-то неприятненько. Конечно, можно там убрать фокус, поставить его обратно руками, ну, типа, я же пользователь, я хочу, чтобы красиво было. Вот, поэтому надо что-то делать самому. Например, самый простой вариант, вот, можно прям в корень приложения себе запихать вот такой код. Давайте с него посмотрим, что он делает. Ну, собственно, по поводу, влезает вот в жизненный цикл приложения для того, чтобы отловить этот момент, когда приложение развернулось, вот, и дальше, соответственно, запросить текущий фокус-скоп, у него получить ту ноду, которая была в фокусе, и дальше, ну, немножко разделение, чтобы для андроида работало, для iOS нет, потому что для iOS, типа, все так, все уже классно, и если ты начинаешь там что-то мутить, то, короче, все ломается, и все плохо. Вот, поэтому, да, нужно, главное, где фиксишь, в другом месте не сломать. Вот, соответственно, смотришь, что это Android, смотришь, что если у нас была, действительно, был в фокусе какой-то элемент текущий, то дальше хитрость. Мы не можем просто сказать, типа, еще раз получи фокус, потому что система такая, ну, все в фокусе, все хорошо, у меня все работает, ничего не знаю, то, что клавиатура не видна, это ваши проблемы, вот, поэтому есть такой нюанс, типа, снять фокус с этой ноды, считай, с инпута, вот, и дальше подождать, пока произойдет цикл текущего рендеринга, и вернуть этот фокус. Для пользователя, типа, это будет незаметно, ну, просто чего-то не было, потом что-то стало. Вот. Но это важно, потому что если вызвать, соответственно, подряд эти методы unfocus, потом request, то ничего не произойдет. Потому что они вычислятся, ну, типа, подряд друг друга, как бы, как это, плюс один, минус один убьют, и, по сути, ничего не произойдет. Вот. То есть нужно это сделать именно в разных циклах, чтобы они действительно подряд отработали. Вот. И еще тоже такой нюанс, который я, ну, для меня был немножко неожиданностью, что не работает нативное поведение фокуса iOS. Я вообще пользователь Android, поэтому мне иногда, когда говорят какие-нибудь баги на iOS, я такая, блин, это вообще как у них работает в нативной системе? Типа, почему пользователи к этому привыкли? Вот. Суть в чем, что когда в iOS, если два раза, в общем, ты тыкаешь на одно и то же место, ну, типа, вот ты поставил каретку. Курсор. Да, поставил курсор и на него же нажал, то, типа, тебе автоматически меню для редактирования появляется, и, типа, все говорят, что вот, пользователи супер к этому привыкли, но в Flutter, соответственно, так не работает, ну, потому что там своя система работы с этими инпутами, и, не, видимо, даже не предполагали ребята, что это действительно, ну, прикольно и удобно, потому что можно два раза тапнуть, и, типа, то же самое, ну, казалось бы, но нет. Вот. Поэтому сразу же там заказчица приложения написала, что такое. Я не понимаю, я всегда так делаю, а тут не работает. Что за ерунда? Баг, огромный баг. Вот. Но, соответственно, так как вот эта работа с инпутами, с меню и всем прочим, это более сложная вещь, уже именно платформенная, то для разработчика снаружи, по крайней мере, нет возможности это что-то с этим сделать и даже, в принципе, работать с вот этим меню, который появляется. Поэтому вот есть просто issue, которое год в прогрессе, и вот говорят уже вот-вот, прям изменения, которые позволят нам реализовать это поведение, уже скоро будет, ну вот, ждем. Ну окей, это коротко про фокусы. Теперь про жесты. Тут все даже более интересно, чем кажется. Да, потому что вот у нас есть жесты, это все, что мы привыкли. Тапы, дабл-тапы, свайпы, пинчи, все любые вот эти жесты, которыми мы любим пользоваться с тач-экранами. Вот. Ну, соответственно, под капотом все эти сложные вещи делаются путем отслеживания, вычисления, ну, соответственно, точек активных, с которыми ты взаимодействуешь. Соответственно, это touchdown, touch-up, touch-move и, ну, touch-error, если что-то вдруг пошло не так. Вот, соответственно, на этих четырех слонах держатся все эти сложные вещи, которые мы делаем. Вот, но это так, мы запомнили.
Пошли дальше разбираться, что нам предлагает Flutter, когда нам нужно потыкать в экран. Ну, соответственно, есть всякие кнопки, Inkwell и другие разные готовые там UI-ные виджеты, которые, ну, уже что-то там умеют отлавливать. Или swipe, или tap, или что-нибудь из этого, скорее всего. Вот. Есть вот более уже сложные, как бы, виджеты. Это жест-детектор, наверное, который самый-самый супер распространенный, как только ты, как мне отловить чего-нибудь, то вот он вылазит. Но вот запомним, что он работает жестами, а жесты — это сложно сочиненные вот эти штуки. И есть некоторый listener, который вот чисто работает с вот этими низкоуровневыми ивентами, ну, касаний, получается. Вот. Но которые редко тоже вспоминают. И есть еще интересные виджеты, которые хоть как-то вот в эту систему вписываются. Это, соответственно, ignore pointer, когда мы на какой-то виджет, соответственно, ignore pointer, и все дерево под ним, оно считается неактивным, то есть все, что там хочет слушать жесты, оно больше не слушает и не знает о них. Вот. Ну и причем это сделано так, что как будто бы... ну, и их и не было, вот. И, соответственно, есть вот этот класс Absorb Pointer, который я, на самом деле, очень долго не понимала, в чем вообще разница. Это, наверное, тоже один из топовых запросов, в чем разница Ignore и Absorb. Ну, в общем, если коротко, что Absorb на своем же уровне блокирует ивенты, ну, в общем, своих коллег, если находится поверх них. Как-то так. Все остальное, в принципе, поведение так же, как ignore pointer абсолютно. Вот. И вот есть еще такие страшные слова, это даже не виджеты, а просто некоторые конструкции, которые, если там гуглишь, можно увидеть, типа жест arena, жест arena member, ну еще там hiteria, ну, в общем, какие-то страшные слова, которые, на самом деле, если там вы не пишете, не реализуете свой рендеринг, то, наверное, оно как бы вам особо не нужно. Но потом мы поговорим еще об этом. Вот. Ну, естественно, тут есть ссылочки, да, что на самом деле и тема с фокусами, и тема с жестами разобраны в документации, но, как мне кажется, не... Ну, в общем, это не просто пересказ того, что есть документация, а тоже некоторая своя интерпретация. Вот. Но в любом случае рекомендую зайти прям посмотреть, очень интересно. Вот. Самое прикольное, что меня поразило и понравилось, как работает вообще эта система с... ивентами, жестами во Flutter. Короче, получается, первый слой, ну, всегда сначала возникает этот вот ивент непосредственно касание, нажатие. Ну, и обычно возникает сначала down, потом может быть move, потом up, ну, там error, дай бог, не будет. Вот. Соответственно, как это работает? Сначала вот у нас, пойдем по схеме. Есть ивент, что вот кто-то чем-то прикоснулся к экрану. Вот. Значит, допустим, у нас есть какой-то детектор, который следит за этим, но это, в принципе, не так важно. И, в общем, по всему дереву Flutter спрашивает, типа, находишься ли ты в этой области? То есть, интересен ли тебе этот ивент? Если в этой области виджет не находится, то все, до свидания, мы с тобой разговаривать не будем. Хорошо, если находится, то дальше по его предкам распространяется эта информация, ну и также опрашивается. То есть ты там находишься в этой точке, если находишься, то хорошо, имей в виду, расскажи своим потомкам, что вот, значит, такое действие произошло. Соответственно, этот pointer down event доходит до самого конца виджета, который самый-самый последний, находится под этой точкой и, ну, соответственно, может его послушать. То есть там, в данном случае на нашей схеме, ну, так получилось, что вот это некоторая кнопка. И, значит, вот она начинает, ну, она подписывается на все дальнейшие события, которые связаны с вот этим вот нажатием, ну, то есть
вниз движением пальца, вот, и уже оттуда происходит распространение информации дальше, ну, то есть вверх по дереву, вот, это достаточно интересная схема, это стоит запомнить, вот, то есть сначала этот ивент, получается, получают все предки, доходит до самого последнего, и дальше все ивенты идут от вот этого самого последнего вверх. Вот эти вот поинтер-ивенты. Вот. И... Вопрос такой. Да. Если у нас будет прессабл, ну, условно, какой-нибудь прессабл внутри другого, он пойдет дальше или на первом же остановится? Он пойдет дальше. Он всех будет собирать до самого конца. И то есть, если у тебя здесь, не будет... то он просто прокидывается. Да, да, прокидывается, да. То есть все дети, которые попадают под этот пиксель, они будут оповещены. Вот. Но подписывается в итоге только один, да? Дальше интересно. Не забегайте вперед. Есть тег. Что? Есть тег. Со стеками бывает проблема, что у них не отталкиваются события, нажатия. Да, но нет. В общем, сейчас мы поговорим про эту систему, потом еще вернемся с кейсами, окей? Вот, значит, вот этот вот pointer down event идет, то есть формируется некоторая вот эта цепочка, некоторое под дерево заинтересованных именно в этом pointer'е, ну, подписчиков, так скажем, вот. Дальше, получается, если что-то, ну, то есть, происходит движение, или наоборот, то есть, там, этот пиксель, ну, перестает быть активным, ну, в общем, сложно сформулировать, вот, то, соответственно, эти ивенты, я уже говорила, идут от самых листьев, самых детей до самых родителей вверх, вот. Распространяются. И дальше зачастую, ну, то есть, и вот эти ивенты получают все. И если вот на эти ивенты подписаться, то все заинтересованы их получат и смогут что-то с этим сделать. Но зачастую мы работаем с жестами, то есть более сложно сочиненными конструкциями. То есть не просто там до чего-то дотронулся кто-то. Вот, то есть не просто произошло нажатие, но и, допустим, произошло отжатие, вот, допустим, без движения, то есть это у нас тап. Если мы нажмем, подвигаемся, то это уже не тап, извините, как бы жест другой. Вот, соответственно, дальше вступает в игру арена жестов. Это некоторая абстракция, в общем, которая как раз-таки помогает понять, кто обработает случившийся жест. Да. Я, кстати, не знаю, у меня там что-то дальше есть. А, во, как раз, класс. Да, переходим плавно к вот этой вот арене. И, возможно, периодически будем возвращаться. Короче, какие у нас правила арены? Победитель всегда один. Ну, соответственно. Арена, я вот перебью вас, арена это, ну, опять же, какая-то абстракция, которая выбирает, какой жест будет выбран или какой жест произошел в итоге. Кто должен обработать произошедший жест. Вот, то есть у нас, допустим, все там наши элементы, допустим, они хотят обработать тап. Вот. Ну, и это показано в одно дерево, там может быть сложнее быть структура, там какая-то действительно там с стеками, с перемещениями, что-нибудь. Вот. И, соответственно, некоторая арена, но она, кстати, для всех жестов, то есть она не группирует по типам, там находятся все. То есть возникают вот эти вот ивенты, если кажется, что это может быть мой жест, то есть, например, тап и дабл тап, да, то есть они оба такие, хопа, может быть, это мой жест. Надо послушать, то есть, если произошло касание. Вот. Соответственно, на этой арене собираются все обработчики с разных виджетов, которые, ну, потенциально могут обработать этот жест. Но один жест всегда обрабатывает только кто-то один. То есть если
самом, ну, как я говорила, например, в кнопке у нас есть OnTap, и в жесте у нас есть OnTap, то если сработает кнопка, то жест-детектор уже OnTap не получит. Типа, если ну, у нас всё. Есть OnTap, допустим, на, ну, давайте еще после column добавим inkwell, представим. Uh-huh. Да? И у меня стоит OnTap на inkwell и OnTap на button. Да. То сработает. То button сработает. Типа, а inkwell нет? Inkwell нет. Потому что, смотри, еще раз, возвращаемся к правилу арене. У нас всегда один победитель на один жест. Второе, вот, что в любой момент детектор может отвалиться, но это на самом деле про то, что если рабочий понял, что жест не его, то, ну, все, типа, до свидания. Вот, соответственно, если остается один обработчик жеста, то он автоматически победитель, и, ну, ему предоставляется право обработать этот жест. Вот, и дальше, в чем прикол, если детектор распознал свой жест, то есть все, он уже понял, что это жест точно его, там по всем временным промежуткам это отработало, то он победил, все остальные проиграли. Вот. Ну, по крайней мере, в его категории жестов. Вот. То есть кто первый обработал, тот и молодец. Все остальные как хотите. Это про жесты именно. Да. Сразу вопрос. Да. Смотри, он обрабатывается в момент завершения жеста, потому что, например, смотри, долгий тап. И попытка драга начинается одинаково. Вот арена будет в тот момент, когда мы просто нажали еще и не фиксируем, что это тап, долгий тап или начало дрэга, или это вот факт завершения ивента, что когда уже там... Есть перетаскивание. Ну, то есть она существует всегда, и... У тебя лонг тап отваливается от этого, когда ты больше, чем за трэш. Ну очень типа да. Очень... Ну да, я понимаю, то я как же детектор, как же рекогнайзер, а его принцип такой же. Он когда уже стрикерит только после того, как произойдет тачап. Вот они у тебя все. Ну, типа того, то есть если ты ждал, что произойдет. В процессе все равно это. Представьте, что у нас на кнопочке есть OnTap, мы описали, и я на него жму long tap. Он там же все равно сработает. Нет. Ну как он может сработать? Он тап, но я жму на него долгим тапом, потом палец отбираю и срабатывает он тап, нет. Не он лонг. Ну он не должен сработать, по идее. Это нет, не сработает. Ну то есть это же разные жесты. Открытые вопросы, может он просто запомнил вопросы, и после и в конце будет время на вопросы, да. Ну вот. Сейчас просто не даем спикеру рассказать. Целая топа тебе. Ну да, и это на самом деле это классная штука, чтобы дополнительно поиграться. Вот. Ну, короче, суть в том, что действительно жесты распознаются... Короче, если жест распознался, то вот все остальные, кто ждут этот жест, отваливаются автоматически. И, соответственно, по нашей вот логике, еще раз, ивентов, то есть так как... извините. Простите. А что такое? Вот. Так как у нас вот эти поинтеры, ивенты потом идут от самого последнего, то, ну, по крайней мере, жесты, которые не завязаны только на прикосновении, ну, там есть не такой жест, ну, в общем, ладно, немножко подальше про него, вот, то автоматически, получается, у нас все предки получают преимущество. То есть они первые узнают, что жест подходит по схеме, и они его забирают, и, соответственно, все остальные уже от этого жеста расходятся. Вот. Это вот такая общая логика. Что у меня там еще? Да, победитель. Вот, соответственно, крайний его узнает. Ну вот, типовые задачи, да, то, что у нас всегда были, вот эти вот... например, кнопки onPress, ну, это понятно, что останавливаться не стоит. Ну, жест-детектор, у него куча-куча, на самом деле, самых разных жестов, причем разных стадий, ну, типа, первое нажатие, второе нажатие из двойного нажатия, там, третье нажатие из тройного нажатия, в общем, вот эти всякие приколы, в принципе, в разных стадиях, но они все равно относятся к жестам. Это тоже важно, важно запомнить. То есть все равно жест-детектор, он работает с жестами, то есть с какими-то наборами вот этих вот ивентов. Вот. С чем я столкнулась, когда вот работала и не работала так, как хотелось бы. Вот. Кажется, что, ну,
расширить область нажатия должно быть легко, ну, наверное. Ну, потому что, ну, хочу я вот, чтобы у меня иконочка маленькая, а там область у нее большая. Ну, типа, просто хочу, ну, как будто бы можно просто увеличить там всякие из других языках, там, вот, твоего Схитерия, там, еще что-то, вот. И, казалось бы, в принципе, там, если уходить на уровень ниже, можно так делать, но это не работает. По крайней мере, можно расширить область нажатия, ну, или вообще область отловки вот этих вот жестов только внутри родителя. Потому что, как мы помним, у нас идет ивент сверху вниз, и как только виджет говорит, что это не моя зона ответственности, ивент дальше не проходит. Ну, типа, экономия ресурсов. Вот. Поэтому, если вам нужно делать, ну, короче, расширять эту область, то нужно, чтобы родитель позволял это делать. Либо что-то, в общем, еще другое интересное придумывать. То есть просто так это не будет работать. Вот. Дальше. Казалось, ну вот, я тоже думала, что должны все обработчики обрабатываться, наверное, ну, типа, если не сказать что-то другое. То есть я помню по JS, мы можем сказать просто событию, что, например, там, не возвращайся обратно, там, не говори моим родителям, что я-то что-то сделал. Вот. Ну, да. А тут такого нет. То есть тут есть два правила. Ну, в общем, представили, что это опять эта схема. Первое правило. Ивенты про ну, работу с поинтером, то есть pointer down event, move up, узнают все точно. Никак нельзя это остановить и предотвратить. Вот. А вот жест обрабатывает, кто первый успел вот на нашей арене. Вот такие вот правила игры. И мне, ну, в общем, да, казалось, что как будто бы жесты не должны как-то тормозить друг друга, наверное, ну, казалось бы. Но вот это не совсем так. Кстати, я не помню, что-то добавляла или нет. А, нет, не добавляла. Ну, в общем, да, придется поедать Минасова. В общем, если навешивать много жестов, особенно на корневой виджет, то, ну, получается, у нас вот эта арена, она немножко разрастается, у нас становится много потенциальных желающих обработать какой-то жест, и это, соответственно, требует времени, потом опять-таки ивент прокинуть по всем желающим его послушать, и это на самом деле вызывает задержки отработки, в принципе, жестов. Вот, которые происходят. Вот. Поэтому с этим надо быть внимательнее и желательно на вот, не навешивать очень много ивентов на там все приложение. Вот. Это может прям серьезно укнуться. Вот. Но это мы говорим про жесты, соответственно. Вот. Ну и дальше про непростую жизнь. Тут немножко, да, я решила пострадать. Ну, в общем, ладно, да, не суть. Вот, одна из тоже достаточно типовых задач, которые мы уже обсуждали, и конкретный пример кода, вот, снятие фокуса по тапу. Ну, то есть, мне хочется скрыть клавиатуру, чтобы тапнуть, когда вне клавиатуры все скрылось. Соответственно, я не хочу каждому инпуту ему это приделать, каждому виджету. Я хочу сразу на все приложение, чтобы один раз и на всю жизнь. Вот, ну, как замуж. Так вот. Ну и вот, и есть код. Он простой. Ну, это некоторые выжимки из практически существующего проекта. В общем, есть функция, которая снимает фокус. Она вот говорит менеджеру, есть ли у нас текущий, в общем, фокус. Если есть, то убирай. Вот. Ну и, соответственно, для того, чтобы это сработало когда-нибудь, у нас есть жест-детектор на все приложение, вот как тут написано, то есть если он тап, то снимаем, ну и дальше материал ап, ну и там что-нибудь, в общем, это не важно. Вот, как вы думаете, что тут плохо? Время. Доклад. Нет, там не получается такой по всему дереву, видишь, да? Это накладные расходы на работу приложения. Согласна. Есть еще какие-то идеи? Ну, то есть, как вообще можно купить? Если кто-то изнутри, он там будет обрабатывать из детей отдельно. На нем записаться.
Ну, вообще можно, но типа, ну, как-то не очень приятно. Ну, то есть у нас несколько инпутов, и чё, все, под всех их получается. Не, ну, у тебя общий детектор, у которого он так, ты же в него вкладываешь уже всю структуру, правильно? Ну, да. И вот если кто-то в этой структуре будет, тоже захочет этап обработать. Ну, у тебя сработают оба обработчика? Нет. Тот, который внутри, естественно. Да. Ну, то есть у него тоже надо будет тогда прописывать брейк. Ну да, да, если хочется. Но это, кстати, хороший кейс про то, что если я не хочу, чтобы у меня слилась клавиатура, то мне просто нужно будет там элемент, то этот он тап и прописывать. Вот. Ну это хороший поинт. Но вообще, да, в целом самое тут плохое было то, что это все тормозило. Всю работу всего приложения. Вот, соответственно, было принято решение, ну что, у нас уже с детектора есть еще вот возможность отслеживать разные как бы моменты времени эти жесты, как будто бы. И у нас есть свойство onTapDown, вот, точнее, возможность поесть обработчик onTapDown, вот. Как вы думаете, что тут может пойти не так? Ну, даже когда мы будем хотеть условно передумать, то все равно отменится фокус. Условно мы нажали или там подвинуть, пытались экран, и фокус отменился. Клавиатура будет дергаться. Сначала скрыться, потом снова показаться. Ну, вот насчет скрыться, если показаться. Если между импутами будешь переходить, у тебя будет это. Вот. У тебя же топ-даун получается. Даже если на один, на один тоже фокус нажал, он на скрыть показалось. Ну, в целом, да. Короче, это аффектит действительно работу пользователя. Ну, то есть это нелогично, что ты только прикоснулся, все пропало. Ну, типа, а что я хочу, может, там что-нибудь поделать, поводить пальцами, там, ну, не знаю. Вот. Ну, ты жесты, да, падают. А? Ну, ты жесты, кажется, да, свайп и все остальное, кажется, не поломается. Нет, это не поломается. То есть это как будто бы специальный жест. Вот, в этом прикол, мы сейчас к этому подойдем. И еще прикол, что вообще Flutter еще, собственно, как мы помним, имеет свои какие-то обработчики. Например, с инпутом ему очень интересен этот жест. И если вот так вот поесть обработчик, то у вас не будет вот это вот меню по там любому нажатию или чего-нибудь происходить просто. Вот, ну то есть мы перехватили этот жест, все классно, ничего не работает. Вот, ну соответственно, это тоже не вариант. Ну вот onTapUp еще вот как бы вроде ничего, потому что вроде как работает он достаточно быстро, так сильно вроде не тормозит и не аффектит вот случаи, которые вы описали, в принципе, он как бы нормально к этому реагирует, но дергаться тоже может в некоторых случаях, вот, но это тоже такое, самое лучшее на самом деле это использовать Listener, который, ну, реально слушает ивенты и по там поднятию скрывает. Но да, но тут, кстати, я поняла, что это тоже может спорить с некоторыми ситуациями, поэтому, ну, возможно, тут надо даже немножко усложнить логику, и там в некоторых местах, где не нужно, чтобы происходило это скрытие. Да. Pointer на вебе это не курсор мышь? Нет. Это не курсор. Это именно... Хотя... Я хотел спросить, смотри, это маус поинтер. Ты на, ну, да, на iPad вот эту штуку запускали? Нет. Ну, просто на iPad есть новые клавиатуры, у которых есть тачпады, у них по-другому работает фокус. У них есть курсор, который умеет находить на элемент, элемент полностью подсвечивается. При этом на тексте ты можешь делать селекшн и копипейст. И кажется, что вот это все рассыпется. Нет, я думаю, что нет, ну да, то есть это надо руками. Ну надо проверять, в общем. Да, да, такие очки есть, я надо проверять. На iPad с этой штукой проверить. Да. Ну, в общем, это один из кейсов, но на самом деле в проекте остался вот этот вариант, потому что он был ок. А можно вопрос? Да. А я все ждал, что это просто типа миграция от одного варианта к другому, да, и контекст туда зачем-то передается. Но тут же обращаемся к синглтону фокус менеджера. А какая цель передачи контекста? По факту, ты же его не используешь ни для поиска, ни для чего. Да, да, я согласна. Я записал, да, это просто рудимент. До этого там использовался фокус-коп, но, опять-таки, он не всегда адекватно реагировал.
на самом деле, потому что фокус-менеджер знает, типа, по всему приложению, а фокус-коп знает только вот его видение. Вот, поэтому лучше адекватнее отработал именно этот вариант снятия фокуса. Профессиональная трансформация, допустим, тимлид из компании Сёрф. Уже деклин. Который, наверное, кучу кода проявил. Ну да, да, согласна. В целом, мне кажется, что такую вещь на высоком уровне это дополнительное ограничение обрабатывать, а локальное это будет. Просто мы с такой же проблемой встречались, в итоге все это ушло на обработку конкретного экрана, потому что слишком много аффектующих вещей. Ну да, я согласна, но в принципе нам позволял объем так сделать. Вот. Поэтому опять-таки, если я вас научила плохому, напишите мне, что надо переучить срочно. Вот. А дальше, чего у меня там было? О! Как вы думаете, что может пойти не так вот с этим импутом верхним? Просто он имеет, ну, некоторую особенность тем, что у него есть дополнительный элемент. Можно, типа, нажать на кнопочку камеры и, соответственно, снять что-то и добавить это в импут, то есть не только текста. Вот как вы думаете, что ну, может момент, быть? В момент, когда мы отпустим ее фокус, что трудно лезет на кнопочку перед текстом. Клавиатура на камере может остаться. Вообще весело будет. Ну, вот да. Да? На самом деле, мы разбирались проблему, но, короче, проблемы были параллельны. Поэтому... Понял. Поэтому, в общем, если мы еще не адекватно с клавиатурой не поработали, чтобы она действительно скрывалась уж, как только вот мы куда-нибудь потыкали, то, переходя на камеру, ну, на что получается? Нативный экран появляется как бы сверху, и ну, у нас типа фокус остался как бы во флаттере, вот. И, а камера тоже такая, ну, а клавиатура тоже такая, ну, как бы я нужна, наверное, ну, как бы, вроде все нормально. Ну и все, у тебя камера вперёд клавиатура, и ты такой вообще просто, что происходит, помогите. Вот, ну да, соответственно... Ну, для этого это тоже как бы код, который может решать проблему, которую можно решать другим способом, но можно решать вот так. Это также вручную, просто смотреть, есть ли фокус, если нет, то снимать. Ну, и тут еще была добавочка, что хотелось бы, если мы перешли, сделали фотку и вернулись, то типа если бы у нас был фокус, чтобы он обратно вернулся. Вот, соответственно, там вот так же... Потом вернуть соответствующей ноде этот фокус. Ну, в принципе, ничего такого сложного и особо интересного. Вот, и тут еще один вопрос знатокам. Вот, есть у нас такое поле, ну, типа iOS-ное, и вот есть из интересного вот этот вот тег с датой. Она заполняется отдельно, но чтобы показать, что это как бы параметры одного поиска, вот, то хотелось бы как-то внутрь положить этот элемент. И, собственно, была проблема, ну как проблема, с тем, что когда удаляешь этот тег, автоматически input получает фокус. И типа, ну, обычно в стандартной реализации там, ну, внутри очиститель, короче. Вот, и когда ты по нему нажимаешь, в принципе, логично, что ты хочешь, наверное, сфокусироваться. Вот, в данном случае был переиспользован уже готовый виджет, потому что зачем придумать что-то новое, но немножко видоизменен. И, соответственно, вот проблема такая была именно, что удаляешь этот тег, получаешь фокус на поле. Как вы думаете, что можно с этим поделать? Ну, ты про абсорбер рассказывал, как у него... Положить стеком. Так. Ну, а что, может, текст input просто? Ну, там был именно в том прикол, что не хотелось как-то все переписывать, а чтобы оно именно правильно позиционировалось, там, размещалось внутри. А она, вот эта плашечка лежит как какая-нибудь, не помню, как называется, часть декорации инпута, которая в ней находится, да, или да, сверху? Да, часть там. Декорации. Ну, по-моему, тут вот действительно только вариант с абсорбером, который не даст печать. Навесить на него он тап, который не перехватывал события. Вот, короче, все идеи хорошие, но, короче, получилось так, что, в общем, этот input, он именно работал с ивентами, а не с жестами. Типа, он там внутри перехватывал вот эти ивенты, то есть он стопудово их получал бы, несмотря на абсорб, несмотря на он тап и чего-нибудь такое.
Поэтому, ну, короче, самое простое и непарящее решение, ну, типа, если есть стек, ну, там плашечку в стеке сверху положить, чтобы он действительно перехватывал жест. Потому что вот в стеке получает фокус первый, ну, первый ребенок, соответственно, кто ближе к краю экрана. Ну и, соответственно, просто сделаю эту заплатку и, короче, не парилась. Вот. Ну, в общем, да. У меня кончилось время. Выводы не все с первого раза очевидно. Для слоя есть два, вот для жестов есть два слоя. Есть в, как обычно представляет Flutter 3, вот этих дерева, и там есть куча подсистем. Короче, в это надо разбираться. Ну и, собственно, вот, спасибо. Есть ли еще вопросы? Thank you.